у бабушки в комоде под кружевной салфеткой, в красивой банке пуговки, в коробочке конфетки и лентой перевязаны цветные лоскутки и стопочкой сложены крахмальные платки, а за окном черемуха и сонный шмель жужжит, часы тихонько тикают и радио шумит. Бабуля с пряжей возится, стучит веретеном, и тихой, доброй радостью наполнен старый дом. Давно уж в этом домике нет бабки, деда нет, чужие люди там живут уж много-много лет. Ворота перекрашены, и крыша без заплат, но память вновь меня несет на 30 лет назад. Стихотворение Светланы и Сергея Галкина-Хусаиновых читал Павел Беседин.